как лучше звучит музыка в 2016-м в облачном цифровом сервисе или на виниле? Для меня ответ очевиден. Конечно, на виниле. Ну, понятно, что в старые времена люди тоже носили синтетические рубашки, нейлон там всякие, но тело постепенно человека его отвергло. Мы продолжаем носить чистый хлопок, нам это приятно. Собственно, винил – это та же волновая природа, которая человеку, ну, созвучна. И пройдет время, ну, люди совсем разберутся. Да, конечно, цифровые файлы, как и нейлон, штука удобная. Но долго потреблять их совершенно нельзя. Винил – и только винил, потому что мир имеет волновую природу. Не я придумал.